вот так ложишь. Нет. Эти тоже хватают за пакет. Нет. Ой-ой, какой. Ой, какой это рана. Что? Рана на шее. Доброе утро. Мы позавтракали, теперь идем в зоопарк. В машину пойдем? Да. А машина называется карта. Ладно. Стой. Машины проверяем. Право, лево, лево, право. Скатус. Мы идем в долину бабочек. А там еще будет зоопарк. Зоопарк тоже зайдем? Да. Да. Наша машинка остается здесь. Да. А мы пойдем вниз. Да, пойдемте, ребят. Искать бабочек. Да. Идем. Подход. Идем. Чикс. Бабочка. Арин? Арин, дай ручку. Дава. Да. Бабочка. А, фото, фото. Вау. Бабочка. Да? Карта. Как ботинок. Смотрите, магазин бабочек. Смотри, какие бабочки. Да. Вот бабочки. А вот там живые бабочки, только засушенные. Чтоб они все время такие были. Бабочку их что, ловили и засушали? Да. Видишь, даже тут бабочки есть. Смотри. Бабочки. Хотите бабочки посмотреть? Хочу. Бабочка. Бабочка. Пожалуйста, говорите тихо и не создавайте шума. Здесь нельзя кричать. Чш. Нельзя бабочки бояться. Какой крабик! Мама, еще 10 маленьких. Где? Вот. Я боюсь. Андрей, здесь кричать нельзя. Там смотрительная башня была. Да, вот он. Тут смотрите, да, вот он. Я вижу. Ой, как он шевелится-то. Спрятался в лужу. Ну, почти мы поднялись. Давай. Последние ступеньки, давай догонять Андрюшу. Ну, пришли мы. Монастырь Мэри. Смотри, какая красота. Море. Море и весь остров видно. Видишь с этой стороны? Стой, 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 стой. Дальше нельзя. Здесь жарко. Это не сострелочки. Пожалуйста, вы можете сделать пожертвование. Вот, можно смотреть, да? Одним глазком смотри. Видно?
видишь? Крючок? Нет, это была закрутка. Видишь, красненькая была. Это жучок. Ой, какое дерево. Перешагиваем. Папочек, мы не нашли, зато погуляли. Хорошо. Тут можно покормить животных. Мы приехали на собачью ферму. Пойдем. Зеленый салатик всем лошадкам, лама, верблюды, а вот эта желтенькая кукуруза, это для страусов. Ой, ты представляешь, здесь можно омлет из страусиных яиц приготовить. Да? Да, яйца у страусов большие-пребольшие. И можно приготовить омлет. Это страусы, Андрюшенька. Это такие птицы, которые умеют бегать, но не умеют летать. Да? Да. А вот страусиные яйца. Посмотрите, какого они размера. Раскрасить, чтобы покрасивее было. Ну так как ты на Пасху раскрашивал. Вот они тоже раскрасили. Hello. Смотри, это страус. Смотри, сейчас дядя будет показывать, смотри. Дядя будет... Ой, это же открыто все, не заметила. Вот смотри, пришел Кевин и хочет покушать. Будешь кушать, кормить? А? Хочешь покормить? Нет, ты. Кевин, ты готов? Папа тебя кормит. Ты подойди, а убирай подальше пакет, сейчас заберет. Кевин, будешь? А вон. Хочется пальцы подать? Какие у него большие глаза. Кушает, да? А пакетик подержать? Давай просто пакетик, он из пакетика. Двумя ручками вперед вытяни. Кевин? Подожди. Кевин, держи. Держи, держи, держи. Держи пакетик. Держи. Ух ты, крутяк! Давай сделаем воду с колонной. Давай, другой Кевин идет, да? Дай вторую. Вот это страус. Вот так вот надо. О! Тот хватает за пакет. Но он наглый. А я сильно держу. Как за пакет хватает. За пакет хватает, чтобы забрать. Потому что они приучены, что все ходят с пакетами. В пакетах еда. Вместе с папой. Пока, Кевина. Ослики, привет. Что ослику дадим? Травку или что? Салатик. Кто хочет травку дать? Мне не надо, ты. Хороший ослик. С козочки тоже любят салатики. Ой, бежит, бежит, бежит. Да. Кончик вот так просунь. Козочки. Ариш, ты тоже хочешь? Нет, я понял.
А вон черненький стоит, просит. Смотрите, черненький, как хочет. Ой-ой, какой козел злой. Ты понял, кто? Злюка. Вот он. Какой злой. Лошадки, пони. Дай, дай, скажи, кушать хочу. Кушает овсяную кашку. Кушает. А вон еще наверху сидит кенгуру. Кушаю я, что ты хочешь? Кенгурик. Кенгурик. Это лесная свинка, свинка Пеппа. Рюшки. Они любят огуречек. Да. Они хлебушек любят. Хочешь им дадим? Огуречек. Или хочешь вот это дадим? О, вот и маленький. Ой. О, молодец. Достал. Маленький. Малыши родились, да. Что маленький. Маленький, там вон маленький. Ой. Ой-ой. Они еще грязные. Они в грязи валяются. Нас еще и подрались. Верблюд. Вот какая лама стоит. Барашек. Барашек. Видишь, какие у него рога. Вот еще страусы. А этот коричневый. Видите? Они забрали у нас пакет. Эти тоже хватают за пакет. Он, это черный. За пакет хватает. И бумагу оторвал. Ой, какой это рана. Рана на шее. О, какая как, рана. Кто-то его обидел, наверное. Бедный. Он вот там в норе. Как ежик. Как ежик такой колючий. Кролики. Видите? И белые. Кролик! Кролик! И курочки, да? Петушок. Это индюк. Гуси, гуси, га-га-га. Ариша, гусь. Га-га-га. Это перепелочки, Андрюш. Маленькие. Вот они-то и несут яйца маленькие. Вон Остиш Фарм Фэмили. Это семейка, видишь какая? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Андрюша и Ариша. До встречи, пока! Пока! Еще мне очень здесь понравилось.